Всем здравствуйте. Ничего со мной не произошло, кроме того, что я немножечко приболела. Ну так, чуть-чуть уже все со мной в порядке. Скорая помощь прилетела. И не только это была Таня. Вот, спасибо всем, кто мне помог, потому что ни аптек, ничего у нас здесь нет поблизости. То есть... Да я пошла домой. Значит так, сегодня у нас... крещение, да, сегодня 18 января, сегодня в ночь с 18 на 19, как крещенский сочельник, как сказать лучше. Погода, значит, ну, фигня, полная фигня. Утро шел, всю ночь шел дождь, потом пошел где-то, наверное, часов в 10 дня снег огромными хлопьями. Сейчас вот такая фигня нападала. Значит, как я вам обещала, сегодня я буду купаться. Купаться. Танюшку я уже предупредила, она согласилась со мной. Она мне поможет во всем. Значит так, конечно, меня очень сильно ругают за то, что я меня лечили все выходные, да, там лекарствами пичкали, а я тут решила сделать такое. Ну, во-первых, я это обещала людям, во-вторых, я это делаю постоянно, просто раньше у меня не было канала. А в-третьих, хочу посмотреть и показать вам. Я хочу сказать, что я никогда не заболевала после этих купаний. Здравствуйте. Да, покидала. Всем здравствуйте. Мой дедушка, да, покинула, стала снимать. Вот, во-первых, я никогда не болела после праздника, ой, после этих омовений. Поэтому, а сейчас я, может, слегка простужена, но я уже почти выздоровела. И хочу посмотреть на, как сказать, иммунитет у меня может быть сейчас занижен, как бы, потому что я болела. Ну, короче, посмотрим на крещенское чудо. Завтра я, конечно же, вам отчитаюсь. Ну все, я сейчас, значит, захожу, я только с работы иду. Сейчас я захожу домой, переодеваюсь, все такое, подготавливаюсь. И мы с Танюшкой выйдем. Я не знаю, куда. Хотела вот сюда. У нас тут такой хороший фонарь. Вот этот фонарь. Но он у нас несколько дней моргает. То есть я хотела выйти, чтобы вам всем было видно. Все, но он моргает. Скорее всего, если он не включится конкретно, просто пойдем ко мне в гараж. И все. Все на все. Там свет точно есть. Ну, поехали. Так, подготовка идет полным ходом. Ульяна, сколько времени? 27.52. Почти 10 часов. А сколько градусов на улице? Посмотри. Сейчас. Уже Танюшка пришла. Тут, конечно, пипец. Минус 1. Ощущается как минус 3. Ощущается как минус 3. Через час снег пойдет. Так, тут, конечно, жесть, мокро, все, воды полно везде, везде снег натаял со всех мест. Все, что могло разморозиться, разморозилось. Мы воду принесли. Уля тоже решила, поэтому... Скорее всего, встанем мы вот здесь на деревяшке. Пофиг, что мы там куда-то набрызгаем, какая разница. Ну, зачем, если дерево чистое? В шлепках. Ну, а зачем туда вставать? В общем, ждем. Все, просто держи. Значит так, сегодня крещение, 18 января. Мы по традиции решили, что традицию нарушать нельзя, поэтому мы будем омываться. Еще обязательно нужно в воду кинуть хотя бы немножко снега крещенского. Говорят, что он делает, ну, красоту там, все такое. Ну, то есть что-то помогает. На тебе, Уля, тоже.
все, короче, эмоция будет. Значит, короче, семейка у нас еще та, да. С Богом, давай уже. Всем всех с праздником, всем удачи, счастья, везения, красоты, здоровья. Поехали, давай. Вообще, во! Теперь сразу же. Естественно, мы приготовили теплые вещи. Естественно, я их куда-то засунула. А вот они. Ох, ребята. Естественно, у нас здесь стоит горячий чай. Обязательно. Тушь потекла, да? Ну ничего. Холодно, холодно, но ничего. Нет, кстати, совсем не холодно. Не холодно! Да давай бегом домой. Я сейчас что-нибудь захочу. Так, господи, пойду. Ну, в общем, как-то так. Все получилось у нас. Надеюсь, все будет хорошо. Но я еще ни разу не болела после вот таких процедур. Сегодня, кстати, не забудьте на ночь поставить водичку на окошко. Обязательно, чтобы падал лунный свет. А сегодня, по-моему, кстати, даже полнолуние. Если я не ошибаюсь. Поэтому... Не забудьте баллончики, бутылочки. Ну, это по христианским поверьям. Так что, вот. Я надеюсь, завтра не заболею. Все. Так, ну все, дорогие мои. Оделась я. Все, оделась я тепло. Одела теплые ботинки, теплые носки. Танюшка тут, моя хорошая. Мы пьем чай. Индийский чай. Вот. Чувствую, я себя чувствую сейчас. Знаете, вот это с холода в тепло, это просто такое ощущение непередаваемое. Заболею я или нет, естественно, вы увидите завтра. Послезавтра, завтра, там я не знаю. Ну, в общем, что получится. Вот такое сегодня было видео. Всех с крещением. Получилось оно или не получилось, пересматривать я его не буду, потому что я сразу буду его закидывать. Потому что такие видео снимаются с одного дубля. Второго дубля нету. Ну вот. Так что всем здоровечка. Всем всего самого хорошего. Пока, до встречи.